У нас работа будет, у них нема. У нас работа будет, у них нет. У нас пенсии будут, у них нет. У нас поддержка людей, детей и пенсионеров будет, а у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам, потому что они ничего не умеют делать. Вот так, именно так мы выиграем эту войну. Мы выиграем эту войну. И заметьте, 8 лет. Пока идут эти переговоры, пока цивилизованный мир пытается убедить друг друга в необходимости выполнять Минские соглашения, на Донбассе убивают людей каждый день. Будь ты проклят, Порошенко, твои дети до седьмого колена. Будь ты проклят, Порошенко. Жить уже нельзя так.